Уважаемые скорбящие, братья, сестры, все, кто сегодня вместе с нами, мне хочется приветствовать вас словами нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Некогда ученики, после того, как Иисус Христос был распят, они в переживании, в запертии были в Иерусалимской горнице. И когда Иисус Христос пришел, вот эти слова полностью поменяли их настроение и желание. Я хотел бы, уважаемые скорбящие, чтобы мир Божий наполнил ваши сердца. Это всего дороже. Это всего дороже. Священное Писание говорит следующее. «Не хочу оставить же вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангелов и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сиими словами». Как хочется, вот, чтобы эти слова наполнили ваше сердце, чтобы вы не скорбели. Я уже вижу по вашему настроению, но вы сегодня оптимистически настроены. Хотя, понятно, мама, самый близкий, родной человек, который отдала для вас все самое наилучшее, самое, что ее было в жизни, дарила для вас. Вы ее уже вскоре не увидите больше. Понятно, печаль, переживания. Но есть самое большое утешение, что вот этим скорбям, этим переживаниям придет конец. Мы имеем величайшую надежду, что там, с Господом, мы всегда будем. Ваша мама перешла от скорби, от болезни в те вечные обители, где нет печали, где нет скорбей. Она перешла от суеты в спокойное, мирное, счастливое, радостное небо. Поэтому, как хочется, чтобы все вы, все мы прилагали максимум усилий, чтобы быть там с Господом, с вашей мамой, с вашей бабушкой, с вашим наилучшим человеком. Давайте мы, вставши на наши ноги, обратимся к Господу, помолимся, чтобы Слово Господне, Дух Утешитель, утешал вас и всех нас. Молимся. Господь наш и Бог наш, мы верим в то, что Ты сегодня среди нас, хотя множество сердец преисполнены переживаний, скорби, оставила их любимая мама, бабушка, близкий, самый близкий человек, жена, Иисус. Но мы верим в то, что Ты есть среди нас Бог любящий, Ты есть Отец утешения. Я прошу Тебя, утешь, кто особо скорбит, утешь своими словами, что она сегодня находится в том лучшем месте, где нет болезней, где нет печалей, где нет слез, где нет тревог, где нет суеты. Господь, помоги нам удостоиться, чтобы перейти в те вечные обители и быть вместе с ней.
благослови, я прошу Тебя, и утешь Твоим словом, посети каждого, кто скорбит особо. Будь утешением, будь лучшим другом, Господь, а мы лишь только на Тебя полагаемся, потому что наша жизнь в Твоих руках. Господи, я прошу Тебя всех тех, кто еще не познал Тебя как любящего Спасителя, кто еще не признал Тебя своим Спасителем, то Ты коснись такого сердца, войди в сердце и наполни сердце радостью и утешением, даруй им право называться и быть Твоими чадами, чтобы одно время, когда Ты придешь за всеми нами, мы могли войти в те вечные обители и вечной радости прославлять Тебя, любящего Спасителя Иисуса Христа. Тебе слава, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будем петь номер 958. 958. Слышу шум.
Лешкевич Ольга Васильевна родилась 20 сентября 1943 года в семье Шила Василия Васильевича и Шила Веры Степановной, Белоруссии, в деревне Большие Викоровичи, Брестской области, Столинского района. У родителей Ольги было 5 детей, 3 дочери, близняшки София и Дарья и Ольга, а также 2 сына – Иван и Василий. Теперь остались в живых только 2 брата. У Ольги умер отец, когда ей было только 3 годика. Детство было проведено в тяжелое время и в бедности, но это не пугало маленькую девочку. Уже в 5 лет ее ставили на стульчик и учили, как печь хлеб в печи. Всю свою жизнь она работала тяжело, прилежно и никогда не ленилась. Возрастала Ольга в послушании у своей мамы. Ольга ревностно любила Господа и заключила завет с Господом посредством водного крещения в молодом возрасте, во времена преследований, где невозможно было принять крещение прилюдно, а по этой причине нужно было принимать тайно ночью. В 24-летнем возрасте вышла замуж за любовь всей своей жизни Лешкевич Константина Иосифовича 26 марта 1967 года. Венчание было также тайно на дому с молитвой, благословением поместного служителя. Она была по-настоящему любящей и заботливой женой. В христианском благословенном браке вместе с мужем состояли почти 53 года. В браке Ольга с Константином родили 14 детей, 10 дочерей – Ольгу, Руфину, Веру, Надежду, Любовь, Екатерину, Серафиму, Анну, Ирину и Есвирь, и 4 сыновей – Константина, Анатолия, Павла, Юрия. А также у них есть 48 внуков и 13 правнуков. Их сынок Павлик отошел в вечность в 3-месячном возрасте в 1982 году. Дочь Руфина отошла в вечность в 44 года в 2015 году. Жили наши родители в согласии, в труде и заботе о семье. Папа с мамой очень любили Господа, а также своих родных, близких, друзей, знакомых. У их общения не было различия расы или сословия людей. Живя в Белоруссии, по обоюдному согласию, они купили дом по соседству для проведения богослужений, где 11 лет собирались христиане, имея общение с Богом и друг другом, пока не построился новый молитвенный дом. Мама была гостеприимной, доброй, дружелюбной, жизнерадостной, честной, бескорыстной христианкой, дочерью, сестрой, женой, мамой, бабушкой и прабабушкой. Семья Константина и Ольги Лешкевич эмигрировали в августе 1989 года сначала в Италию, а потом в декабре того же года в США. По приезду они были сначала в Calvary Gospel Church, потом стали членами Славянской Пятидесятнической Церкви в городе Ютика. Мама любила пастырей и народ Божий и непритворно переживала за их нужды. На собрание старалась приходить, даже когда ей это давалось и нелегко по состоянию здоровья. За 30 лет жизни в Америке мама с папой выслали много посылок в Белоруссию, Латвию и Украину. Видели сирот и вдов и жертвовали нуждающимся, чем могли. В марте 2019 года у мамы случился инсульт, из-за чего ей парализовало правую сторону. Для нее был длинный путь реабилитации. В ноябре 2019 года у мамы обнаружили рак последней стадии.
Много всего пришлось пережить за это время. В воскресенье 8 марта 2020 года в 21:07 вечера сердце нашей дорогой, любимой жены, мамочки, бабушки и прабабушки Лешкевич Ольги Васильевной перестало биться. Отошла она в вечные небесные обители, тихо и спокойно в окружении своей семьи. Она с нетерпением ждала встречи со своим Спасителем и даже знала день этой встречи с Ним. Вы были для нас, детей, добрым примером в жизни, дорогая мамочка. До встречи в небесах. I was asked to translate the obituary of Olga, Лешкевич Ольга Васильевна, and I'll try to do my best to go with the script that was just read in Russian. Лешкевич Ольга Васильевна was born September 20th, 1943, to a family of Shaila Vasilievich and Vera Stepanovna in the village of large Vikarovichi, region of Brest, country of Belarus. Parents of Olga had total 5 children. 3 of them were daughters, of which 2 were twins, Sofia and Daria. Olga was the 3rd daughter. And also there were 2 sons, Ivan and Vasily. At this time, only 2 brothers that are remaining alive. Father of Olga died when she was only 3 years old. Her childhood was spent in poverty and hardship, but she was a brave and hard-working girl. At age of 5 years of at 5 years of age, when she still had to use a step stool to look inside the cooking wood stove, she was learning how to bake bread. All her life, Olga was working hard, always putting forth her best efforts, and never was lazy. Growing up, Olga was an obedient child to her mother. She sincerely loved the Lord and became a member of the church at her youth years, during time of persecution. It was not possible to be baptized officially in the presence of the congregation, and it had to be done in secret at night. At the age of 24, Olga was married to Leshkovich Konstantin Iosifovich. That was 24th of March, 1967. Their wedding ceremony was held in secret as well. It was done by a local minister to avoid persecution for the minister himself. In the years of marriage, Olga was a loving and caring wife and lived faithfully with her husband for almost 53 years. In their marriage, Olga and Konstantin had a total of 14 children. 10 of them were daughters: Olga, Rufina, Vera, Nadezhda, Lyubov, Ekaterina, Sarah, Anna, Irina, and Esther, and 4 sons: Konstantin, Anatoly, Paul, and Yuri. Their son Paul went to be with the Lord when he was 3 months old, back in 1982. And their daughter Rufina went to be with the Lord in year of 2015 at the age of 44. At this time, they have 48 grandchildren and 13 great-great-children. Olga and Konstantin were living in peace and agreement with each other in all areas of their life. Parents had a genuine love for God and their relatives, neighbors, friends, and all the people around them. They never mistreated people around them
based on their race or their social status, but love them all. While they were still living in Belarus, with the mutual agreement, they bought a house that was for sale next to their own to provide a place for church gatherings. That house served as a church building for 11 years until congregation was able to build their own building to hold services and fellowship. Olga was always a good example of hospitality, kindness, honesty, selflessness, friendliness, and of good cheer for her siblings, children, and grandchildren. Family of Konstantin and Olga Leshkovich left the country of Belarus, which was former Soviet Union, in August of 1989, and through Italy migrated to the United States, where they settled in December of 1989. Right after coming to the United States, they were attending Calvary Gospel Church in New York Mills, and later they became members of a Slavic Pentecostal church in the city of Utica. Mama Olga always loved pastors and people within the church congregation, and sincerely was worrying and crying with them in their needs. She was always trying to come to the services, even though it was not always easy because of her failing health. During 30 years of life in the United States, Mom and Dad sent many humanitarian parcels to Belarus, Latvia, and Ukraine. They always cared for orphans, widows, and were helping anybody who they see was in need. In the March of 2019, our mom had a stroke. And because of the stroke, she was paralyzed on all of her right side. And she had a long process staying at a rehab center. Then later that year in November, she was diagnosed with the cancer of stage 4. She had to go through a lot of hardship, pain, and suffering during all these times. This past Sunday, March 8th, at 9:07 p.m. in the evening, the heart of our dear wife, mother, grandmother, and great-grandmother, Leshkovich Olga Vasilyevna, stopped beating. She went to heaven to be with the Lord. She did it peacefully and quietly, being surrounded by her family. That was the day that she was waiting very anxiously, because she was looking forward to meet her Savior, and she even knew the day when it would happen. You were a very good example for us in our life, our dear mother. We're waiting to meet you in heaven. May God bless you all. Прежде всего, я хочу выразить соболезнования как от своей семьи, также от родителей, которые по состоянию здоровья не смогли прибыть сюда, выразить то глубокое соболезнование, потому что понимаем, что произошло расставание, и это расставание, оно приносит печаль, конечно, на сердце, хотя мы люди верующие, понимаем, что есть вечная жизнь и Божье Царство, куда войдут все спасенные Христом. Также хочу выразить соболезнование брат Миша с Кортланда, Марчук передавал свое соболезнование, тоже по состоянию мамы здоровья не смог прибыть. Когда-то они вместе перелетали, жили в Италии, в Риме.
также выражал соболезнование свое, а церкви передавал соболезнование. Короткое воспоминание. Эту семью я узнал очень давно, как родился сам, вот сколько себя помню, так помню эту семью. Жили мы так в Беларуси, недалеко по соседству в Викоровичах, и я очень часто бывал в этом доме, потому что папа занимался столяркой с дядей Колей. И для меня дядя Коля это был очень близким человеком. Хотя были и ближе такие дядьки, но почему-то вот общение у нас и по христианской линии, оно было более таким близким, более родственным. И мы вспоминаем ту жизнь, которая была в Белоруссии. Прошло, конечно, время, и мы переехали в Латвию. А незадолго после того они въехали в Америку. Але так получилось, что в 92-м году, на 93-й, мы тоже прилетели сюда, в Ютику, в гости. И так задержались. И вот живем по сегодняшнее время недалеко от вас, в Кортланде. Приехали к нам родители, и родители там же живут. И хочу сказать, что в этом семействе, бывая очень часто, я видел заботу отцовскую о детях. И вспоминаю, как тетя Оля старалась готовить все для детей своих. Папа старался их заработать, чтобы это было чем прокормить детей, одеть, а мама, чтобы им сготовить. Сегодня, конечно, дети, может быть, многие так недопонимают, особенно молодежь. Вы когда выйдете на улицу в городе, то вы видите ресторан справа, ресторан слева. А тогда один только был ресторан, что мама сготовит и положит на стол. И вы знаете, эта заботливая мама, конечно, она всегда заботилась о детях. Когда мы прилетели в Ютику, мы нашли работу в Кортленде, и так очень часто приезжали сюда к ним в гости. И здесь имеем такую родню большую, и часто ее встречи были. Али вспоминает жена и как-то говорит, вот смотри, всегда, когда мы приезжали сюда в церковь, здесь было служение, и когда служение закончится, народ расходится, а дядя Коля с тетей Олей сидит там в конце зала и дожидает, пока мы подойдем, ну и что такое, и будем иметь короткое общение, расспросят, поговорят. Мы понимаем, что это уже закончилось. Мы понимаем, что, как написано там в Деяниях апостолов, в 20 главе, последний стих, там есть такие слова, что когда апостола Павла провожали до корабля, то там написано, особенно скорбя о сказанном им слово, что они уже больше не увидят лица его. И написано, что падали на выю Павла и целовали. То есть для них он был родным. Мы понимаем, что мы сегодня провожаем тетю Олю тот последний путь на тот корабль, который никогда назад не вернется. Мы не услышим больше голоса, не увидим того лица, которое было любимым, хорошим для вас. И понимаем, что есть скорбь, но есть одно утешение. Есть у нас Господь, пусть Он утешит, пусть подкрепит и даст это все перенести с надеждой, понимая, что мы будем иметь встречу в небесах, где не будет ни скорби, ни печали, ни разлук. Да укрепит в этом Господь и поможет не потерять на это надежду. Да будет пусть Господу слава. Аминь. Жизнь моя.
Дорогие братья и сестры, я немного волнуюсь и прошу у вас молитвенной поддержки. Сказать честно, я все приготовила для похорон мамы, но не успела приготовить речь к ее выступлению. Простите, если что будет не так. В первую очередь, хотим поблагодарить вас всех, кто пришел разделить с нами эту скорбь по случаю перехода вечность нашей дорогой жены, мамы, бабушки и прабабушки. Благодарим вас всех за ваши молитвенные поддержки, за ваши добрые слова. Сказать честно, я даже не ожидала получить такое количество сообщений в своем телефоне за соболезнования, сострадания, слова, за добрые слова в адрес наших родителей, в адрес нашей мамы. Хотя бы мы были родовыми членами этой церкви, и мама с папой были родовыми, но они сильно любили Господа. Они были простыми людьми и любили нас, и учили нас любить Господа, жить дружно, мирно и любить людей, и переживать, и сострадать вместе с ними в их горе. Хочется также поблагодарить наших служителей, которые также были неравнодушны к нашему горю, посещали, когда мама была в рехебе, приносили ей хлебопреломление, молились и здесь на молитвах, поддерживали нас во всех наших трудностях, переживаниях, которые проходила наша мама, и мы вместе с ней. Благодарим вас сердечно. Христы, также мы вас сильно благодарим, что вы также свое время уделили и посвятили прийти в этот час служения также, чтобы вместе с нами поддержать нас в нашей скорби. Всем сестрам, которые содействованы похоронам обете также, и все сестры, которые старались чем только могли помочь нам, и за сладости, и за добрые слова, кто с едой. Ну, кажется, такие мелочи, но они так, они не мелочи. Они поддерживают тебя, ты чувствуешь себя, что кто-то рядом, что они неравнодушны к твоему гору. Это так приятно, когда мы помогаем друг другу. Наша мама очень любила служителей. Она нас учила уважать служителей и никогда не жаловаться на них, а лучше помолиться за них, за их семьи, за их детей и поддержать их в чем только можем. А также нужды народа своего, чувствовать, как свои нужды переживать. У нас даже, это не так, как будто шуткой, но мы иногда в нашей семье так говорили. Наш папа Николай перемолится за весь мир, а мама запереживает за весь мир. Она как услышит, какую нужду, то кажется, как будто это в ее доме случилось, как будто это не чуждая нужда, это ее собственная нужда. Так она сильно переживала за всех, молилась и любила. Перед тем, как еще скажу про маму, не хочу забыть. Наши дети очень любили свою бабушку.
Они любят и одних, и других, бабушку, и дедушку. И один из наших сыновей, Рейман, он сегодня не с нами, и он звонил и говорил, просил меня: «Мама, скажите, что бабушка Оля была необычной женщиной, необычной бабушкой. У нее такой был необычный характер. Она всех любила, заботилась, и нас, за внуков, настолько переживала. Она за себя не заботилась, ну, как бабушки. Но она, говорит, такая была, какая-то особенная в ее характере была. И он сильно любил бабушку Олю. Ну, конечно, и бабушку Любу тоже. И он, наши дети даже вспоминали, ну, по-американски тут мы уже знаем, какую еду привыкли. Мама наша готовила разную еду, но с тыквой, которая тут в Америке не варят, тушенку, которую бабушка им казалось самую вкусную делала, и в самом деле, я вам скажу честно, не прибавляю, мне кажется, нигде я никакой тушенки такой вкусной не кушала, как готовила наша мама. И такое, я не знаю, или вы знаете название, локшину, клёцки, вот такое любили наши дети, когда им бабушка Оля готовила. Наша мама жила в такой простоте. Старались папа с мамой не трубить перед собой, когда делали добрые дела. Они жили дружно, сообща, сопереживая друг за друга. Молились, поддерживали в скорбях друг друга, в трудностях, в переживаниях. Они были примером подражания для многих. Даже мне сестры многие писали прямо в месседжи, что ваши родители были такие дружные, такие мирные, любвеобильные, и они были примером подражания для нас. И даже когда мама была, помню, когда после рехеба, может, кто-то помнит, когда я ее привозила в инвалидное первый раз еще, когда еще ее не обнаружили рак, когда ее парализовала, и после рехеба ее уже выписали домой. И привозила я иногда ее на собрание в коляске. И я вам скажу, сестры, не скупитесь на добрые слова. Для вас, может, кажется, это мелочи. Подходили братья, сестры к ней и говорили такие, кажется, простые слова. «Ой, тетя Оля, аж кажется, легче на душе стало, как мы вас в церкви побачили». Ну, так по-простому кажется, но это ее ободрало. И я даже приятно себя чувствовала. Кажется, такие, ну, мелкие слова. Вроде бы не такие важные, но они так важные для кого-то в жизни. Она так радовалась, она ободралась и надеялась на лучшее. Ну, конечно, потом через время с ней стало тяжело, и врачи определили, что у нее рак. И тогда ей стало трудно, ей не разрешали вставать. 3 месяца почти не вставали на ноги вставать, но делали физиотерапию, там разработали ей тело в рехебе. И Бог даже этими мелочами, кажется, хоть такое трудное время, но в таких даже мелочах помогал нам, утешал. Даже такими, что private room ей дали на 2-м этаже, это уже этаж, не рехеб, как считается, большинство people там, ну, люди на 2-м этаже. Но Бог так расположил сердце, что мы первый раз то просили, чтобы дали private room, если могут. А это без всяких, просто удивительно было, кажется, такие мелочи. И нам дали комнату, говорит, вас много родней, а мы с мамой дневали, ночевали, и приходили дети, и внуки, и все посетители. И это, кажется, было таким благословением для нас. Разработали ее тело, она могла ворочаться, и когда запирила на кровати, бралась ворочаться на кровати. Всякие тесты специалистов проходила. И после, вначале ее были такие невыносимые боли, никакие медицина, никакая таблетки, ничего не помогало. Что ей только не пробовали давать. Но Бог помог, когда пастор Василий Жушма пришел с помазанием Елея, а также Господь помог ей через радиацию. Когда мы пришли, она химиотерапию не проходила, а только радиацию. И Бог помог тоже через это. И потом она уже не мучилась, боли не было. 2,5 почти месяца, и никаких болей не было. Только если на физиотерапию что-то перетрудится.
А так, слава Богу, она не чувствовала. Уже время, можно сказать, подходило идти домой, и мы радовались, что она будет дома, что приехала ее старшая дочь Ольга с Белоруссии, и мы хорошо будем проводить время, пообщаемся, хотя в мыслях мы знали, что рано или поздно этот день настанет. Но когда этот день случился, не могли мы поверить, так как-то резко все, дыхание ее стало плохо. И настолько просто я удивляюсь, как Бог все устроил. Она даже знала, в какой она день умрет. Она говорит моей сестре Наде, говорит, я сегодня умру. На 8 марта она говорит, а сестра моя говорит, мама, точно вы так говорите? Она говорит, да, я сегодня умру. Ну, я как раз в тот день не была с ней, мне сестры печатали. Я не могла поверить, что они говорят, что уже мама глаза закрывает слабо. Я говорю, скажите, пусть мама держится, потому что хотят увидеть ее дочери. Сара с семьей едет, Серафима с семьей едет с Флориды, и Аня также дочь приедет, и они хотят еще ее увидеть. Попросите, чтобы она держалась, и она в самом деле держалась. И потом все уже приехали, и она ждала меня. Я помню, я пришла, взяла ее за руку, и это как-то кажется как мелочи, она всех дождалась. И когда я пришла, она пару раз так бы приоткрыла глаза не до конца, и еще немножко времени осталось. И она так отошла мирно, спокойно. Но она перед этим просила, уже так просилась до Бога, «Господи, ну забери уже меня, забери». Я так уже хочу, устала, потому что тяжело дышать было ей. Нам ей Бог помогал в этих трудностях. У наших родителей не было различия между дочерями и невестками, между сыновьями и зятями. Конечно, хотелось бы услышать это из уст наших невесток и зятей, но вы можете у них спросить, что я не обманываю и не лицемеру. Для их нет разницы, невестка ты или дочь. Они, даже мама как-то наоборот больше боялась, как-то так с нежностью больше, чтобы ну, не обиделись, больше наоборот старалась так к невесткам и зятям, чтобы их не обидеть. И когда мы вместе собирались, то она наоборот, ой, пропускайте... Там, ну, всех зятей, невесток вначале нас так научила, а мы уже так в конце. Наша мама была добродетель. Она делала свое дело тихо. Она не трубила перед собою. Она видела сироту, вдову. Она любила помогать. И чем только она могла, она помогала. Даже когда бывает и такое здоровье, она и внукам, и детям, ну, как любая мать, но она и чужим, хоть какой-то мелочью, а придем в гости, ну, кажется, ну, такого, как она говорит, аж не могу, если я что-то не дам. Так любила что-то давать, раздавать, кого-то все угощать. Когда мы в Америку приехали, то и я не помню такого воскресенья, когда мы жили, я еще была не замужем, чтобы наши двери были закрыты в доме. Покойный брат Павел Ионко говорил, поедь в Ютику, Белый дом, там не пропадешь. Так он шутил иногда над нами. Мама всех приглашала. Иногда бывает по пятеро семей в одно воскресенье из разных семей людей. И ей не тяжело было готовить. Она никогда не роптала за это. Она как-то радовалась. Ну, пока было здоровье еще, когда была помоложе. Она не запрещала своему мужу помогать людям. Я думаю, вы многие знаете, чем помогает наш папа. И когда он берет что-то домой, иногда, знаете, как жены, не всегда они довольны. Она никогда ему не запрещала. Еще наоборот, как тот инспектор проверит всю его работу, говорит, Коля, да, я переверю, вот ты что-то пропустил, да потом будет стыдно доси так людям. Ну, боже, уже тата уже трохи постарше, и уже зрение не то, то она, как тот инспектор, проверяла, но всегда любила людей, их нужды. Много, кажется, сказал бы про маму.
Много есть что сказать, но я думаю, и другие скажут, как я говорила, простите, не подготовилась, но о ней много есть что сказать. Я удивляюсь, когда мы были еще маленькие в деревне, то я тоже вспоминаю, там не было так плит, как здесь мы, всякие удобства, даже дабл эти овен, а там печи, даже не давали тебе баллона, кто жил раньше в деревнях, там с газом, надо в очереди идти, ждать, и его на велосипеде везти домой. И это только на праздники, может, какие-то иногда там пользовал. Она с утра встанет в печи для такой большой семьи все наготовить. Мы никогда не были голодными. Она нам всегда, мы были многодетная семья. Мы, наши родители от государства не брали помощи, потому что мы были верующие. Ну, потом на выезд планировали, не хотели, чтобы были какой придирки. И они решили, что будут питаться они, наши дети, за свои деньги. Они нам всегда на обед давали, всегда. Я помню те язычки, те пончики в столовой, ту горячую еду, котлеты. Это всегда мама давала те копейки, сколько там было раньше, мелочи стоили те обеды. Она всегда make sure, чтобы у детей были с собой копейки на ланч, чтобы они не были голодные. Была чистая. Проверяла все, чтобы все было дотошно сделано. Так учила нас тоже. Я запомнила один случай такой. Что-то мне положилось на сердце вспомнить. Два примера с мамой. Может, какой-то маме послужит. Это тоже пример. Это кажется мелочи. Вот, допустим, как мама научила там и здороваться, и вставать при служителями, и как одеваться. Даже такие вещи, как, допустим, говорит, в воскресенье посветлее одевайтесь, на погоду такую светлее, солнечную тоже посветлее. В будни не одевайтесь, в среду, допустим, знаете, как на среду одеваться, в воскресенье не делайте так, что в среду можете как в воскресенье одеться, а в воскресенье как в среду. Ну, учила всему, кажется, до каждой мелочи, как сидеть за столом, как кушать, все-все. И кажется, где у нее терпение так бралось? И как она могла при такой большой семье в деревне жила? Это не то, что мы здесь. Ну, здесь тоже забот хватает. Но кажется, такую мелочь, все продумаю, все ее терпение хватило нас учить. Я очень запомнила две вещи, которые мне сильно пригодились в жизни, даже когда я стала замужем. Я до сих пор это практикую. Даже у нас нету девочек у семьи, но я даже ребят учу. Говорю, это моя мама меня так научила. И это так, я считаю, даже правильно, это умно так. Вот она, я удивляюсь, готовит. И в ее время она не тирает это время, но нам дочерям подсказывает, как лучше, чтобы не пригорело там или еще что-то. Или как покрышку даже правильно снять с кастрюли насчет пара. И чтобы не ложить так просто покрышку, как мы говорим здесь, на кантер, а чтобы перевернуть ее, чтобы, во-первых, чтобы ничего с той стороны не взяло, чтобы потом не накрыл кастрюлю, ну и не текло. Вот всякие такие мелочи. Потом также насчет, я запомнила сильно, для себя взяла урок. Говорит, всегда одевайте халаты наверх, вы, ну, девочки. Не причесывайтесь так просто, чтобы вы потом не зашли в люди, и у вас там везде волосы или перхоть не было по всем плечам. Вот такая она была, труд у нее такой был. Может, она не была такой заметной миссионеркой, но она каждое дитя внимательно, она так любила. Когда они болели, то, кажется, не они болеют, а она больше болеет возле них. И настолько, ну, улаживала душу, ну, всему, до каждой мелочи так все просматривала, все учила, такая заботливая. И я помню, мама любила, когда мы приезжали, звонили к ней, всех она любила. Я помню, когда я раньше звонила к маме, она мне так говорила: «Ой, як ты не позвонишь, то что-то, кажется, не хватает. А сейчас мне не будет хватать моей любимой, дорогой мамочки, которая так много вложила в нас, которая молилась, постилась. Для нее самое главное, чтобы дети служили Богу. Самое главное, чтобы внуки и правнуки служили Богу. Вот это ее была цель, это ее была миссия». Дорогие мамы, я хочу вас благословить именем Господним. Не ленитесь научить, хотя бы кажется мелочи, но они не мелочи. Дети будут видеть, что вы прилежные,
Дети будут видеть, что вы любящие мамы, что вы других любите людей и поддерживаете также в скорбях друг друга. Благодарим вас всех за внимание, что вы все пришли сегодня. Даже Бог так устроил и погоду. Мы даже с мамой погоду, она знала, что рано или поздно она отойдет. И мы даже с ней заказывали погоду. Я вам говорю, это правда, молились. Говорю, мама, чтобы не холодно было. Давайте молиться, если уже Бог усмотрел вас забрать. Бог силен и погоду. И так Бог чудно устроил во всем. Так расположил людей и всем поддержать, и в скорби, и в печали. Слава Богу за все это, что Он наш Спаситель. А вы нам как родные в наших переживаниях. Спасибо вам, родные. Пусть вас Бог благословит. I want to say that we are sorry for your loss. Я хочу сказать, что мы соболезнуем по поводу этой утраты. And we want you to know that we love you. И мы хотим, чтобы вы знали, что мы любим вас. I'm reminded that Jesus said. Я вспоминаю то, что Иисус сказал. If I go away, I will come again. Что если я уйду, то я приду опять. And I will receive you unto myself. И я приму вас к себе. So when we are finished here. Итак, когда мы заканчиваем наш путь здесь. We are welcome there. Нам говорится, добро пожаловать туда. The Bible says, absent from the body, present with the Lord. Библия говорит, что отсутствующие от нашего тела мы присутствуем в Господе. So our sister is with the Lord. Итак, наша сестра с Господом. Hallelujah. Hallelujah. And we are confident that Jesus has received her. И мы уверены, что Иисус принял ее. He said that where I am, there you may be also. Он сказал, там, где я, там и вы со мною будете. And when we leave here, we go to Him. И когда мы уходим отсюда, мы приходим к Нему. Not just to a place. Не просто туда, на какое-то место. But we go to Him. Но мы приходим к Нему. And He receives us. И Он принимает нас. He welcomes us. Он говорит нам добро пожаловать. He brings us to Himself. Он приводит нас к самому себе. That we may be there with Him. Чтобы мы там были вместе с Ним. May the Holy Spirit comfort you. Пусть Дух Святой утешит вас. And give you strength and life. И укрепит вас и подаст вам жизнь. And may His life be real in you and through you. И пусть Его жизнь будет действительной в вас. God bless you. Да благословит вас Бог. Amen. Аминь. Меня зовут Ольга. Я старшая дочь в семье Лешкевичей. Мои родители уехали в 89 году со своей семьей, с остальными братьями и сестрами сюда, в Америку. Я осталась в Белоруссии. За 2 года до этого я вышла замуж, и там и осталась. Мамочка всегда заботилась о моей семье. Всегда, когда созванивались, всегда спрашивала,
за детей, когда повыходили уже замуж, поженились, как они живут, как у них какие отношения. Ну, всегда была забота, и не только о моей семье, и о других всегда. Наверное, столько посылок, как они выслали Белоруссии, не только нам, но и чужим. Наверное, никто столько не выслал. Она всегда, моя мамулечка, была примером для меня. Учила любить Господа, любить мужа, любить деток. Сама делала добрые дела, нас учила делать их. Заботиться о других, давать людям лучшее. Себе даже, ну, как-нибудь, или как сказать, обойдемся, а если людям, то только лучшие. Я благодарю Бога, что Он исполнил наше желание еще увидеться с ней, живой. Побыть, пообщаться. Она хотела этого, я этого хотела, и Бог устроил все чудно. Я волнуюсь, я извиняюсь, не могу больше. До встречи с в небе, дорогая мамочка. When I think of my grandmother, I think of two words. Когда я размышляю о моей бабушке, я думаю, мне на память приходит два слова. The first word is legacy. Первое слово это то человек, который имел что передать. Legacy is important. Это очень важно, когда человек имеет что передать. What we leave here on earth while we leave is very important. Очень важно оставить что-то за собой, когда мы уходим с этой земли. But what we leave after we leave Earth is even more important. И то, что останется тогда, когда мы совсем уйдем с этой земли, оно еще более важно. And the biggest legacy our grandmother left was all of you sitting here in front. И самое большое, что наша бабушка оставила после себя, это множество людей, которые здесь сидят. And it's the same legacy that God promised Abraham in Genesis. Это тоже обетование, которое Бог обещал Аврааму в книге Бытие. In Genesis 15:5 it says, "Then he brought him outside, and he was bringing Abraham outside the tent." И он вывел Авраама из шатра. Look now toward the heavens. И сказал: посмотри на небо. And count the stars if you are able to number them. И сочитай звезды, если ты можешь счесть их. And he said to him, so shall your descendants be. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. And that's the legacy our grandmother left, was a very abundant family. Одно важное, что наша бабушка оставила, это большую семью. A family that sold themselves out for Jesus. Семья, которая посвятила себя Иисусу. And she was the vessel that God was able to bring new souls to this earth. И она была тем сосудом, который через которого Бог приносил новых людей на эту землю. Before he even laid the foundations of the earth, he thought of every single one of you here. Перед тем как Бог сотворил, начал творить землю, он уже знал каждого из вас на этом месте. And it was through her that became a reality in the physical realm. И через нее многие, и для многих из вас это стало реальностью.
The second word that comes to mind when I think of my grandmother is hope. Второе слово, которое приходит мне на мысль, когда я вспоминаю о бабушке, это надежда. She had hope for everything. Она имела надежду в любых обстоятельствах. She had hope for her family. Она имела надежду для своей семьи. She had hope when she was coming to America, to a new land. Она имела надежду, когда она ехала в Америку на новое место жительства. She had hope for her grandkids. Она имела надежду для своих внуков. But most of all, she had a greater hope in a person. Но еще самую большую надежду она имела в личности. And that person was Jesus. Это личность Иисус. And it's the same hope that Jesus revealed to Martha at the tomb of Lazarus. И это та же самая надежда, которую Иисус открыл Марфе около гробницы Лазаря. John 11 says. В Иоанна 11 главе написано. Jesus said to her, and this is Martha. Иисус сказал ей, Марфе. I am the resurrection and the life. Я есть воскресение и жизнь. He who believes in me, though he may die, shall live. Верующий в меня, если и умрет, оживет. And whoever lives and believes in me shall never die. И кто верит в меня и живет, он никогда не умрет. And then he left her with a question. He said, do you believe this? И он оставил для Марфы вопрос, веришь ли ты этому? And the same answer Martha gives is the answer that our grandmother gave. И ответ, который Марфа сказала, это тот же самый ответ наша бабушка сказала. She said to him, она ему ответила. Yes, Lord, I believe that you are Christ, the Son of God, who is to come into the world. Она ответила ему, так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. And that's the most important thing. И это самая важная вещь. Is that she had hope. Что она имела надежду. Not in an idea. Не в какую-то идею. Not in a thing. Не в какую-то вещь. But in the person of Jesus Christ. Но в личности Иисуса Христа. Thank you. Спасибо. Я немножко хочу сказать за свою жену Ольгу Васильевну. То, что уже сказали, я повторять не буду. А скажу то, что я Господь мне ей дал. Я в это уверен, что Господь послал меня. Вот. Так по родству, то мы уже были и с ней в родстве. Она Володи Сицевича, племянница швагра моего, совет и моей сестры, мужа. Вот. И ей брат был Иван. И я с ним так дружил, как бы по родству. Мы ездили, посещали церквей верующих вместе. Я ее знал и с детства. Она так была и незаметна, но спокойная девушка. Вот. И как мне так? Я даже не думал, что она будет моей женою. Она моложе за меня на 13 лет. Вот. Я однажды захожу до брата Гордея, его многие знают. Он был пастором, но уже в то время он не был пастором. Он, но считался все равно как пастор. Он был судимый. И после его, когда он пришел из заключения, я захожу в его дом, и мы посещали часто, по родству он тоже дедушка для меня.
моего отца, отца брат только с другой жены. И Господь ему дар дал видение. Я захожу в дом, а он говорит, что у тебя и солей. А я говорю, ну ничего. Ну и он говорит мне, может, пойдем вечером у сваты. А я говорю, ну. Ну, а потом он говорит, Господь открыл такое видение. А в то время, когда это было, ну, я тоже так с нею иногда встречался, разговаривал, все. Вот. И я и знал. Но в то время брат из Пинска, я не знаю, как его звать, и она забила тоже. И хотел ее тоже сватать. Вот. И разговаривал с нею. Даже и посещал однажды дом ее. Он такой мужественный был, дядька, вот так примерно, Денисевич Вася такой. Ну и в то время сват наш Илья, моего брата Адама, который живет в Латвии, он недавно приезжал в гости сюда. Они дружили и с ними. Я зашел до дедушки этого в дом, и они вместе сидят и говорят за этого, который из Пинска вот уже хотел Олю. Они разговаривали за него и стали молиться, и Господь открыл такое видение. Стоит этот брат из Пинска так подальше, а я стою ближе возле Оли. И она держит на плече коромисло и два ведра, и сзади, и спереди. А я стою возле ее близко. Такое видение открыл Господь. И говорит, эта вода в двух ведрах вся для Коли, для меня. Ну и тогда я уже говорю, ну если такое дело, то я кажу веру, я кажу согласный, пойдем. И правда пошли мы, и они стали там говорить, уже за меня вот сватать ее, мы так рядом сидим. А мать Оли так стоит в дверях, мы на зале, а она в дверях из кухни, и стоит, а так я вижу ее, вот, я на нее не смотрю, но глаз мой видит, что-то намахает головой, но на Олю. Но я не смотрю, я понял уже, что это, что-то не то. И правда, так поговорили, и так мы ушли из дома безнадежно. Но я надежду мал, слава Богу, это я сразу поверил этому видению, что Господь сказал, открыл. Да говорю, Господи, я верю, что от Тебя.
И так как ты это открыл, то вот я тебе скажу, Господь, пусть она сама мне скажет. И вот после того, вот как-то скорого, которого дня на той неделе, этот сват, дедушки мой друг, где-то встретился с Олей и говорит, что думаете за генералов, адмиралов пойти? И стал ей рассказывать это видение, которое Господь сказал. А она говорит, а почему вы мне сразу не сказали? Вот такое. Надо было сразу сказать. То было по-другому. И правда, вот в воскресенье уже мы вышли, были в собрании, вышли из собрания, я вижу, Олечка моя уже наближается ко мне, ну, думаю, что-то она скажет. Улыбнулась, извинилась передо мною и говорит, я пойду за тебя. Вот. И когда это сказала мне, я так возрадовался. Вот. Потому что я знал уже ее. Она такая была мирная девчина, спокойна. Ну и так мы подружили долго, дело я не откладывающий. Сказал я секретарю сельсовета, что вот приходим мы к тебе. А он на следующее уже воскресенье зашли мы. Правда, у нас брат один на мотоцикле, он ездил. Я говорю, вези меня в сельсовет, а потом приедешь, возьмешь Ольгу. Завез он меня в сельсовет, потом приехал, забрал Олю, привез туда. Я зашел, а секретарь говорит, я уже все сделал. Уже, кажу, вы женатые. Ну, описал все у нас. Я ему поблагодарил и так этого. Брат второй звался Вася. Тоже по родству он свой, моей матери, двоюродный брат. Он нас сочитывал в доме Тур Софии. Еще муж ей был, жив Николай. Он пришел, нас позвал, я был их, и там меня сочитали в нас. Потом в них я побыл, нет, сочитали нас, я пошел домой, в свой дом, до своих родных. И потом же на второй день я пошел до них, и уже я там, мы были 2 месяца жили. А у меня уже дом был готовый, уже сделанный дом, вставленные окна, все такое, еще там пару комнат, не было пола. Вот. И печь, мой отец сделал печь, она помогала ему делать уже, там раствор, все. И так мы начали нашу жизнь. И доселе. Ну, я уже дальше рассказывать не буду, но я благодарил Господа за нее и благодарил ее, что пошла за меня. Вот я без ноги, уже старше за нее. Она за меня пошла. Я благодарил ее постоянно, даже уже вот в это время, когда она болела. И благодарил я всегда ее, что ты мною не погнушался, пошла за меня. И благодарю Бога, и сейчас благодарю, что это все
от Господа. Я був її довольний всю жизнь, а вона мною. Да благословить Господь вас всех. Слава нашему Господу, что хотя мы и скорбим, но в то же самое время у нас есть надежда. Надежда в то, что жизнь наша не закончилась. И мы имеем прекрасное место, куда мы стремимся. Те чудесные небеса, тот край чудесный, где нас ожидает наш Господь и наш Спаситель. И что я хотел бы сказать маме Оле, что она для нас, я хочу подтвердить, для детей, невесток, была как мама. И мы ее так и называли. Она о нас так же заботилась, как о родных. И что важно в ее жизни, я заметил, что она, живя на земле, но она жила для неба. Она жила для того, чтобы жить потом на небе. Это было ее целью. И пусть Господь каждому из нас поможет, живя на земле, жить для неба. И мы хотим спеть псалом, который напоминает нам о том, что нас ждет чудесный край на небе. Край чудесный нас ждет там, на небе. Край чудесный нас ждет там на небе, где окончится труд и печаль. От скорбей я стремлюсь к той отчизне, ведь там вечная радость и мир. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, край чудесный, там ведь ждет наш Спаситель к себе. Край чудесный, где ангелов пенье воздается, как шум многих вод. Славу Отцу возносят святые, аллилуйя, они все поют. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, край чудесный, там ведь ждет наш Спаситель к себе. Край чудесный, где в свете видеть мы славу Творца. В тени пальмы, в долинах чудесных, там я буду счастлив.
счастлив без конца. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, край чудесный, там ведь ждет нас Спаситель к себе. Край чудесный, мы скоро прибудем и увидим того, кто нам мил. Там утихнет скорбящее сердце, ведь там вечная радость и мир. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, край чудесный, там ведь ждет наш Спаситель к себе. Слава Богу за это. I just want to share my condolences with the family. Я хочу выразить мои соболезнования семье. I just feel like Olga would want us to read these scriptures. Я так чувствую, что Ольга хотела бы, чтобы мы сегодня могли зачитать места Писания. That she lived by. Те места Писания, которыми она жила. That was a part of her life. Это было частью ее жизни. Philippians 1:20. Verses 20 and 21. Послание к Филиппийцам. As it is my eager expectation. При уверенности. And hope that I will not be at all ashamed. При уверенности, надежды моей, что я ни в чем посрамлен не буду. But that with full courage now as always Christ will be honored in my body. Но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем. Whether by life or death. Жизнью ли то или смертью. For to me to live is Christ. Ибо для меня жизнь Христос. And to die is gain. И смерть приобретение. That's what she wants to leave with us. Это то, что она хотела оставить для нас. Olga's end here on earth. Ольга, живя здесь на земле, is the beginning of an eternity in the presence of God. Она воспринимала эту жизнь как начало жизни в Господе. In 1 Thessalonians 4:13, those who die in Christ. И из послания к Фессалоникийцам, не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших. Says now we do not want to, you to be uninformed believers. И говорит, я не хочу, чтобы вы были в неведении об умерших. But those who are asleep in death. Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. So that you will not grieve for them. Чтобы мы не скорбели о них. As others do, как прочие, не имеющие надежды, who have no hope, которые не имеют надежды, beyond this present life, живя в этой жизни. See, Olga had hope. Вы видите, у Ольги была надежда. Her hope was in Jesus Christ. Ее надежда была в Иисусе Христе. Her life was in Jesus Christ. Ее жизнь была в Иисусе Христе. Her walk was in Jesus Christ. Ее хождение было в Иисусе Христе. And I want to read Psalm 139:13-14. И хочу также зачитать из книги Псалмов. For you form my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. I praise you. Славлю тебя. For I am fearfully and wonderfully made. Потому что я дивно устроен. Wonderful are your works. Дивны дела твои. My soul knows it very well. И душа моя вполне сознает это. That would be the words of Olga. Это слова, которые хотела бы услышать Ольга. None of us just happen.
Никто из нас просто так сам по себе не произошел. We came into this world having been put together by God. Мы пришли в этот мир, будучи сотканы Богом. To make a difference in lives. Для того, чтобы мы могли что-то совершать в жизни других людей. And make a difference for God. И совершать что-то для Бога. That's what Olga wants to leave to us. Are we making a difference? И это то, что Ольга хотела оставить для нас. Делаем ли мы что-то in the lives of people, в жизни, для жизни других людей? Are we pointing them to Jesus? Направляем ли мы их к Иисусу? And are we making a difference in, with God? И делаем ли мы что-то для Бога? See, Olga made a difference in all our lives. Вы видите, Ольга что-то сделала для каждого из нас. And Ben has taken my two words. И Бен уже забрал мои два слова. She left a legacy to follow. Она оставила это наследие, по которому, которому мы можем следовать. One of faith. Одно веру. One of love. Любовь. One of hope. Надежду. And one of endurance. И долготерпение. See, Olga ran the race of faith well. Вы видите, Ольга пробежала это ристалище очень хорошо. With love for people and family. С любовью по отношению к людям и по отношению к семье. And she had hope that endured forever. И она имела ту надежду, которая пребывает вечно. These are the three hopes I'm going to leave you with. И это три надежды, которые она имела. Olga would want you to understand this. Ольга хотела бы, чтобы вы понимали следующее. She had a confident hope. Она имела эту уверенную надежду. We don't feel sorrow as the world feels it. Мы не ощущаем эту скорбь так, как этот мир ощущает. Because we will see Olga once again. Потому что мы снова увидим Ольгу. Who knows Jesus Christ as their personal Savior. Те, которые знают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. See, she's in a land much better than the land here. Вы видите, она находится в той земле, которая намного лучше, чем эта земля. She had confidence in her hope. Она имеет уверенность в своей надежде. The world can't give us this hope. Этот мир не может нам дать эту надежду. Only comes to the knowledge of Jesus Christ. Она приходит только от познания Иисуса Христа. She had a hope that continued. Она имела надежду, которая имеет продолжительность. We need to continue and not give up on Jesus Christ. И мы должны продолжать нашу надежду на Иисуса Христа. He's never given up on us. Он никогда не оставляет нас. And Olga lived that. И Ольга жила этим. She saw beyond this world. Она видела нечто большее, чем то, что в этом мире. She saw eternity. Она видела вечность. And she wants us. И он хочет, и она хотела, чтобы мы, семья и друзья, to see eternity. Чтобы мы могли видеть вечность. And the last hope. И последняя надежда. She had a hope of comfort. Она имела надежду утешения. John 14, 2 and 3. В Евангелии Иоанна, в 14 главе. In my Father's house are many rooms. В доме отца моего обители много. If it were not so, но если бы не так, would I have told you, я сказал бы вам, that I go to prepare a place for you. Я иду приготовить место вам. And if I go, и когда пойду and prepare a place for you, и приготовлю вам место, I will come again, приду опять, and will take you to myself, и возьму вас к себе, that where I am, чтобы и вы были, you may be also, где я. That's what Olga wants to leave with each and every one of us. Это то, что Ольга хотела бы оставить для каждого из нас. Endure to the end. Чтобы мы претерпели до конца. Be confident in your hope. Были уверенными в нашей надежде. Continue in your hope. И продолжали в нашей надежде. Because there's comfort in your hope. Потому что есть это утешение в этой надежде. Our hope is Jesus Christ. А наша надежда является Иисус Христос. That's what Olga wants to leave with us. Это то, что Ольга хотела оставить для нас. Thank you, family. Спасибо, семья. Sorry, boy.
We're just going to do this one without translation, and I'm honored to be standing here in memory of my grandmother, and I'm actually standing here in part because of her prayers, and I'm really grateful for that. The story that my grandfather told, when he told it to me not long ago, a few weeks ago, he was smiling from ear to ear when he was saying it, and he was telling me about it. You know, of course, Grandma was really shy when he was saying it. She's like, "Kolo," you know, and but he was, you know, he was the whole time, he was by her side, he loved her so much, and we love her so much, and I'm so grateful to be here today and talk. And my grandma, she was selfless, and she was caring, and she cared so much to the point where, you know, she would worry often, but in those worries, she would take it to prayer, and she would always pray, and we knew that growing up, and we would dread it when we were kids, going to her house and, you know, an hour and a half praying. And but I began to understand that as I got older. And I began to see what God did in my life, and I began to understand why she prayed and how many people she prayed for. And she prayed not only by name for all of us, but she prayed for people I didn't even know, people all around the world. They prayed for missionaries, for people who didn't have as much as we did and all that. And I learned a lot from being there and from praying with them, with my grandpa and my grandma.
Now I wanted to just real short and read something for you. It's in John 20, starting verse 11 to 16. And it says, "But Mary stood outside by the tomb weeping. And as she wept, she stooped down and looked into the tomb. And she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. Then they said to her, 'Woman, why are you weeping?' She said to them, 'Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him.' Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. Jesus said to her, 'Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?' She, supposing him to be the gardener, said to him, 'Sir, if you have carried him away, tell me where you've laid him, and I will take him away.' And Jesus said to her, 'Mary.' She turned and said to him, 'Teacher.'" And I wanted to share this. You know, two of the most significant moments in a believer's life is the first time that we respond to the voice of God and his call when he calls us by name. John, and John also says, you know, "My sheep hear my voice and I call them by name." And it's a really significant moment for a believer, you know, being born again. That's the first moment. And he calls us as we are. And he called, you know, Mary was here at the tomb because he had done something for Mary's life and he had delivered her and she trusted in him. And the second time is when we hear his voice as he says, "Good and faithful servant." And of course, he speaks to us in our life, but those are, you would say, significant moments for us as believers. And this is the voice that we really want to hear, the voice of Jesus. And this woman wept because she thought her hope was gone, but Jesus spoke to her and he said, "Mary." And he speaks to each one of us and he would call us today. And I would ask, you know, what we would expect from this life. You know, even the happiest, the richest, the healthiest person has the same end as my grandma did. And so we all end up that way physically to earth we return. But the reason I'm saying this is because it's not flowers and kisses that grandma wanted. But she wanted each one of us to respond to the voice of God. She prayed that each one of you would hear that voice in your own life and respond to it. And that's what she cared about. And every day she prayed for you. Every day she prayed for me. That we would respond to that voice and hear that voice for ourselves, our own name, that Jesus would speak to us and call us. And that's the voice of the true gardener. She's supposed to be the gardener for that tomb, but Jesus was the gardener from the beginning of the world when he made the earth and he made you. And he calls your heart and he calls it to come alive and he calls it to receive what he has offered you. And that's what my grandma prayed for. And she would always be selfless. And she, you know, I saw her on Wednesday and she became all emotional because she wasn't sure if she would see our future spouses and see the marriage and stuff like that. She always cared for others. She would ask me or ask us, you know, to look for some of our friends or people we knew, our relatives, and invite them to church and begin to cry because they weren't following God. She really, that's what she cared for. And like was spoken today of the legacy that she left. She wanted people to know that hope, and that hope is Jesus Christ. And that voice still calls us today, and if that voice is calling your heart, that's a good thing, because that means you can respond to it. And you can receive the most important thing in your life. Because our hope is that, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believes in him will not perish, but have everlasting life. That's the voice that we want to hear, both now in this life and the life to come. And that's the voice that she heard and now hears in heaven. That's why I wanted to leave with you. Thank you. I don't have to hold the microphone here, so I'm gonna speak from here. Мне будет легче из-за того, чтобы мне не надо держать микрофон, и я хочу поделиться с этого места.
I know I speak with the accent, but some people don't have earphones, so I'm gonna speak in English. Хотя я говорю с акцентом, но многие не имеют микрофона на своем ухе, поэтому я постараюсь говорить по-английски с переводом. I also didn't prepare really just before coming here, so I'll be short. I just wanna say that I love my mom now even more now that she's gone. I love her even more than ever before. Я постараюсь быть коротко, потому что я не готовила много, и самое главное, что я хочу сказать, что я люблю свою маму, а сейчас я чувствую, что я люблю ее даже больше, чем когда-либо. I also love all my siblings, my brothers and sisters, even more. Just seeing and hearing how each one of them, in their own way, loved and cared for our mom. Я также люблю всех своих братьев и сестер, когда я слышу, что они каждый по-своему любил и заботился о нашей маме. And our dad, his constant, genuine love and gentle words for our mom that he always spoke, just the way he always talked to her on the phone when or face to face in everyday life. И также отец наш был очень хорошим примером обращения с нашей мамой, как он лично с ней разговаривал или как он говорил с ней по телефону, когда она была уже в больнице. And just the way he prayed for mom and encouraged her, even through the dreams God gave him. И как он молился за нашу маму и ободрял ее через те откровения во сне, которые Бог ему давал. And I also love Jesus even more now, because of him our mom is in heaven, and because of Jesus we have forgiveness of sins and eternal life. Я также люблю Иисуса, потому что через Него наша мама пошла на небо, и Он единственный, кто дает нам прощение наших грехов. These words of Jesus always gave me hope that Pastor Mikhail already read, and Ben, and Pastor Tom. The words of Jesus from John 11, when Jesus said that I am the resurrection and life, he who believes in me, even if he dies, he shall live. Слова, которые Иисус Христос сказал, они всегда ободряют меня, и мы их уже дважды слышали сегодня. Это слова из Евангелия от Иоанна, когда Христос сказал, что тот, кто верует в меня, если и умрет, оживет. I have them on my phone here. I'll read this portion again. И я хочу еще раз прочитать это место из Священного Писания. Это Евангелие Иоанна, 11 глава, с 23 стиха. It's probably, I think it's very important if, you know, it's already been spoken and reminders are always good. Jesus said to her, я думаю, что это не напрасно, почему уже третий раз Бог ложит на сердце кому-то прочитать эти слова. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection in the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. And also from that portion from Thessalonians chapter 4, where it says that we don't cry as those who don't have hope, that in Jesus we have hope. И также 1 Фессалоникийцам, 4 глава, написано, что мы не скорбим, как те, которые не имеют надежды. Someone also said about mothers that mothers have as powerful an influence over the welfare of future generations as all other causes combined. И кто-то когда-то сказал такое выражение, что матеря имеют очень сильное влияние на благосостояние
будущего поколения, как все остальные вещи вместе собранные. Let it be encouragement for all mothers here. We do have, you do have an influence on your children, and with God everything is possible. You have an influence for the for this generation, for future generations through your children. И пусть это будет ободрение для всех матерей. Вы имеете очень сильное влияние на ваших детей, на настоящее поколение и на будущее поколение. До встречи, мама. Я хочу сказать, thank you for being an example, not only in how you lived, but also being an example in dying. До встречи, мама. Я хочу сказать, что ты была примером не только как жить, но как и умереть. Just your gentle and quiet and non-complaining spirit I saw in you in the last days of your life. Тот спокойный, мирный дух, который ты имела, и который он проявлялся в последние дни твоей жизни. I love you, Mom. I love you, Mama, very much. Я люблю тебя, мама, очень сильно. I'm sure you hear us or see us. If not, Jesus will convey our words to you. Я думаю, что ты слышишь нас, а если нет, то Иисус передаст тебе наши слова.
ты скоро, Спаситель, придешь. Лишь надежда одна утешает меня, что увижу я в небе тебя. Лишь надежда одна утешает меня, что увижу я в небе тебя. О Господь, о Господь, о Господь, дай мне силы идти за Тобой. Побеждать этот мир лишь любовью Твоей, ожидая отрадных тех дней. Побеждать этот мир лишь любовью Твоей, ожидая отрадных тех дней. Слава Богу. Уже за мамочку было много сказано. Я просто хочу все это собрать в нескольких словах, что мама показывала жизнью Христа. Она лежит, уже сомкнувши очи, спокойные и милые черты. Ушла в тот мир, где уж не будет ночи, не будет слез, болезней и нужды. Ушла, оставив любящих родимых, с кем разделяла труд свой и досуг, до боли дорогих, своих любимых, и мужа, и детей, и внуков круг. Она достигла старости глубокой, Бог ей отмерил в жизни много дней, но матери любви не уменьшает кроки, она все та же для своих детей. Нет, не забыть нам той любви вовеки, такой смиренной, жертвенной, святой, но вот теперь ее сомкнуты веки, и не подаст она уж голос свой. Так хочется сказать: спасибо, мама, спасибо тебе много-много раз. Мы без тебя не справились бы сами, ты так нужна была нам всякий час. Сумела в нас вложить ты веру в Бога, была для нас примером доброты. Все жизни дни до смертного порога она смолилась неустанно ты. Но верим мы, что встретимся с тобою в краю лазурном у небесных врат. Себя мы тешим мыслью лишь такою: пусть Бог за все воздаст тебе в 100 крат. И на дереве зелен всегда будет лист, навсегда соберутся у ног Иисуса, сохранившие святость подаренных рис. Новое, вечное, чистое, ясное небо тебе стремлю. Там воссияет спасенным, искупленным, верным лицо Иисуса, новое небо. В том краю за всю вечность на миг не стемнеет
людях больше не будет нужды. Во сто крат Иисус будет солнце светлее удивительной крайне земной красоты. Новое, вечное, чистое, ясное небо тебе стремлюсь я. Там воссияет спасенным, искупленным, верным лицо Иисуса, новое небо. Стоим в город святой не войдет, то записан у Агнца был бесповоротно, небо жителем станет счастливейшим тот. Новое, вечное, чистое, ясное небо тебе стремлюсь я. Сияет спасенным, искупленным, верным лицо Иисуса, новое небо. Там воссияет спасенным, искупленным, верным лицо Иисуса, новое небо. Я думаю, мы уже будем переходить к заключению нашего служения. Хотя у нас есть еще несколько номеров для участия. Я думаю, завтра, возможно, на служение, которое будет там, на кладбищах. Ну, служение, время служения прошло так быстро, как и проходит вся наша жизнь, правда? Хочется еще раз выразить благодарность Богу за то, что всем вам, детям, внукам, родным, ну и нам, конечно, братьям и сестрам по вере, довелось жить с таким добрым человеком. Добрым человеком – это так. Это было такое большое христианское материнское сердце. Сердце, которое способно было простить. Все ли мы можем так простить, как мама? Поэтому, я думаю, добрый след, который остался в жизни вас, всего родства, большого родства. И, конечно же, Писание говорит для нас только два стиха, и мы будем молиться. Апостол Павел к Ефесянам оставил, это записано в 5 главе, послание Ефесянам. Первый стих там записано «Подражайте Богу». Подражайте Богу. То есть нужно так жить, как это наш Господь, так служить, как Он, любить, как Он. Подражайте Богу. И второй стих говорит, и живите в любви. Много ли, мало нужно сделать, чтобы исполнить то, что предлагает для нас Писание, жить в любви и подражать Богу. Я хочу обратиться ко всем родным, сестры Оли, подражайте Богу и живите в любви. Быть может, вы будете жить, да уже живете в разных странах, в разных штатах, в разных условиях. Но вот Слово Божье, оно сохраняет свой статус для всех людей, где бы люди ни жили. На любом континенте, в любой стране, штате, городе, поселке –
можно подражать Богу и жить в любви. Мое пожелание для вас и для всей церкви – подражайте Богу и живите в любви. Пусть Бог благословит. Мы в молитве нашей придем к Богу. Мы будем благодарны за жизнь, которую Господь даровал, за 52 года совместной жизни, за столько детей и внуков, и правнуков, и добрый след, который остался. Много было посеяно, много было сделано во славу Божию. За это мы поблагодарим нашего Господа, поднявшись на наши ноги. Отец Небесный, мы приходим к Тебе с благодарностью. Отец, Твоим именем приносим наши благодарения и наши словословия. Благодарим Того, Который даровал жизнь. Благодарим Того, Который спас, помиловал, простил все грехи и открыл двери вечного Царствия. Бог добрый, Ты дал это приглашение, и эта семья из давних лет, от юности, служили Тебе. Добрый Отец, оставили доброе наследие, оставили добрый пример, пример подражания. И сегодня нам хочется услышать те пожелания, которые сегодня говорились в псалмах, в стихах, в пожеланиях через Твое Слово. Помоги, добрый Отец, чтобы мы подражали Тебе, подражали в служении, в жизни, в житии, во всех отношениях. Помоги нам любить, любить, как Ты возлюбил нас, каждого из нас. Помоги нам в этом, Отец, благословляй эту семью, это родство от самых старших, от папы, брата Константина, который остается главой в этом семействе, и детей от самого старшего и до младших, и ихних детей, и детей у детей, благослови мой Бог, и последующие роды, доколе будет продолжаться жизнь на этой земле, наш Отец. Пусть Твое имя славится и благословляется. Помоги жить достойно благовествования, исполнить волю Твою и получить обещанное. Благодарим Тебя за этот вечер, за братьев и сестер, за то служение, которое Ты позволил нам совершить на этом месте в мире и благополучии. Если позволишь иметь завтрашний день, наступит утро, время погребения, добрый Отец, помоги докончить и совершить вопрос погребения. Мы просим Твоего благословения и устройства во всем. А Тебе приносим благодарность, Тебе воздаем славу, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Друзья, займите ваши места совсем на коротенькое время. Как уже напомнил, завтра в 11 часов на кладбищах, там же на Найда-стрит, состоится погребение. Все желающие, пожалуйста, можете прийти. Вроде бы погода предвещает быть хорошей. Но, тем не менее, молодые порой любят одеться очень легко. Напоминаем, еще прохладно, еще март месяц, поэтому берегите здоровье, оно очень ценное. Здоровье всегда пригодится даже в возрасте, как наш брат Константин, 90 лет. Берегите здоровье, пусть Бог благословит. Когда семья займет место вот здесь на ступеньках, когда мы все будем проходить, хотелось бы попросить, чтобы мы долго не задерживались. Мы посмотрим на сестричку, которая вместе с нами была в служениях. И этот милый образ,
конечно, мы уже видеть не будем, но будет время, когда мы увидим новое тело. Тело, которое преобразится, которое будет подобно славному телу Господа нашего Иисуса Христа. Это тело, оно изменится, будет новое тело. Так нас учит Священное Писание. Конечно, останется в памяти то, что мы видели, с кем мы жили. Фотографии будут, какое-то видео мы увидим. И мы говорим до встречи в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. После того, как закончится все служение, там, в гостином зале, приглашаются родственники, гости для такого легкого ужина, для общения, for fellowship. Поэтому приглашаются зайти. Это просьба от семьи, хотелось бы передать. Хочется поблагодарить всех, кто пришли, поучаствовали в этом служении, хористов, братьев, гостей, всех. Божьих вам, друзья, благословений. Я попросил бы семью, если возможно, пожалуйста, в ваше время сейчас можете пройти. А затем разрешите братьям и хористам, чтобы они прошли раньше. А там затем все мы так по порядочку все пройдем. И, конечно, просил бы, учитывая и время, что нас много сегодня, чтобы мы, не задерживаясь, обильных вам, друзья, Божьих благословений. May God bless you all. Если есть фотографии на слайдах, можете включить.